свои! Отойдем. Порог отходит, не сам работаешь. А что это за работа такая? За что людей взяли? Что они делали? Отходим! Отойдите, пожалуйста. Уважаемые граждане, не поддавайтесь на провокации. Мероприятие согласовано на Пионерской площади. Убедительная просьба перемещаться на Пионерскую площадь, если не нарушая общественный порядок. Что, все пошли, что ли, нет? Что, все уже ушли? Понятно, где все? До Курносова, ну пойдем, то сейчас на ту сторону. Либо еще здесь останемся, посмотрим, либо будут собираться. Костя, туда пойдешь? Ты пойдешь туда снимать, да? Ну ладно, я останусь тогда, ага. Он до Невского проспекта выставлен, машину не лезет, полиция едет. Люди тут скандируют, тут очень много людей реально. Еще много людей остались, поэтому мы пока здесь поснимаем, потом начнем перемещаться туда. Еще много народу здесь собирается на площади Восстания. Они переходят и идут туда на митинг. Ты понял кого? Привет, не знаешь, куда нас ушел? Не видел? Не видел. Ты где голова-то у нас? Все здесь или она уже ушла? Юра повел всех Мельничук. Это да, это я видел.
Но он часть повел, еще же люди придут. Ну все, понятно, да? Ты был там помочь. Так, ну на Невскую куча людей собирается. На этой стороне тоже Невского, куча народа. Это все собрались люди протестующие. Вот. Собираются на той стороне. Сейчас будет зеленый свет, перейдем туда и... Видите, полиция автобусами подводит к Костану. Вы что, подводят, непонятно, мороз задерживает людей, непонятно. Вот. Полиция. Возьмите автобус. Вот на той стороне, видите, много достаточно полиции, много людей собираются. Такая небольшая пауза. Ah.